Знаете ли вы, что ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов? Его цель – привлечь внимание к существующим экологическим проблемам и напомнить о важности воды и бережном ее использовании. Сегодня многие регионы мира испытывают нехватку воды. Что же касается нашей страны, неспроста ее называют синеокой. К слову, не только благодаря многочисленным рекам и озерам, но и серьезному ресурсному потенциалу пресных подземных вод. Естественные ресурсы пресных подземных вод на территории Республики Беларусь оценены в 43,6 миллионов метров кубических в сутки. На территории Республики Беларусь в настоящее время разведано и эксплуатируется 13 основных водоносных горизонтов. Эксплуатационные запасы у нас оценены по 959 участкам месторождений. Это как пресные, так и минеральные воды и рассолы. Проводится постоянный мониторинг подземных вод страны. На территории Республики Беларусь в настоящее время для наблюдения за состоянием подземных вод расположено более 300 скважин, которые оборудованы на различные водоносные горизонты и комплексы, по которым мы получаем режимное наблюдение, режимные данные, которые обрабатываются. На территории нашей страны находится порядка 30 тысяч рек и озер. Для сохранения такого ценного ресурса специалисты осуществляют постоянный контроль состояния поверхностных вод. Организованы 297 пунктов наблюдения. Результаты наблюдений национальной системы мониторинга окружающей среды содержатся в Государственном водном кадастре, доступны на сайте Минприроды, на сайте нашего института. Кроме того, в нашей стране находится более 1000 уникальных поверхностных водных объектов, то есть родников. Температура воды родников и зимой, и летом постоянная, то есть на уровне 70 градусов. И существуют определенные микроорганизмы, которые могут жить только в таких условиях. Что касается питьевой воды, она, по словам специалистов, соответствует всем необходимым санитарным нормам. Так, например, в столице за качеством воды следит унитарное предприятие «Минскводоканал». Аккредитованная лаборатория проводит исследования порядка 60 ключевых показателей. Сегодня каждый житель города Минска на сайте «Минскводоканал» в рубрике «Качество воды в вашем доме», введя адрес, где он проживает, либо любой интересующий его адрес, может увидеть качество воды, которое подается в этот жилой дом, либо какое-то административное здание. И информация обновляется там ежемесячно. Сохранение водного богатства Беларуси – это коллективная ответственность каждого из нас. Специалисты напоминают о важности бережного и рационального использования воды как жизненно важного ресурса и драгоценного дара природы.